Доброе утро. Вот такое сегодня утро. Но у меня как-то оно не особо доброе. Встала в 6 часов. Первым делом к компьютеру. Думаю, ну что, загрузилось видео или нет? Нет. Что-то происходит с Гуглом. Непонятно. Так все нормально работает. Но видео вчера еще утром загрузилось. А потом я в 3 часа дня стала видео другое загружать. И вот оно у меня загружалось. Я спать легла в 12 часу. Все ждала. И сейчас включила опять 33%. Не понимаю, что с этим Гуглом. То ли опять политика вмешалась, замедлили, то ли что-то тут, в Крыму, ну, в общем. Не выкладывается. Ой. Вот, а сегодня пасмурно. Ветер он дует какой. Ну, оно и обещали. Дожди аж на 5 дней. Так что вовремя Костя закончил с крышей. Снег. Снег. Ой. Что творится на улице-то? Да. С Оленевки туча идет. Наверное, да, будет дождик. Маки-то, смотрите, все облетели. Так красиво было. Ну, так что буду ждать, когда видео выложится. Мои хорошие, если кто в курсе, напишите мне, пожалуйста. Это вот хуже всего, когда вот так не понимаешь, что происходит. Это очень мешает работе. Да и вообще, не девочка ведь, за все переживаю. Начинаю просто вот нервы трепать себя, вроде бы из-за ерунды. Для меня-то это не ерунда. Так что... Ой. Ну ладно, посмотрим, что дальше будет происходить. Я вам сообщу, конечно. А так, с добрым утром. Он как желтенький-то дружненько цвести начал. Мы ездили вчера в Черноморск вечером. Приехали, уже темно было, часов 10, наверное. Сашка так рассказывал про аттракционы, прям взахлёб. Так ему понравилось. Я вчера обрезала. Опять пол ведра. Еще смотрю, сейчас еще надо обрезать. А так жалко. Цвел бы себе и цвел, да? Ну что это? Он все уже. Ну. Вон их сколько. Жалко.
Потом жди опять, когда он зацветет. Нет вечной красоты, да? Нет, хотя есть море, горы. А вот с цветами все сложней. Ой, прям... Мне кажется, в этом году какие-то очень розы крупные. Что-то я не помню, чтобы они были в прошлом году такие большие. А тут прям такие здоровые. Ой, сейчас дождик, если пойдет, вот эти мешки с землей, с мусором, вообще неподъемные будут. Не успели вытащить их. Эти уже тоже надо. Уже вон. Прелесть. Да, вон уже обрезать нужно. Ну ладно, пойду я. Наверное, позавтракаю. Да буду продолжать разбираться. Еще ж не все, еще и кухню путем не доделала. Ой. Ой, как переезды. Тяжело. Гром гремит. Ну, вода-то нужна. Без воды-то как? Но на 5 дней опять не хочется. Была у нас уже неделя дождливая. Очень тоскливо. Так-то понятно, что хорошо. В Крыму вечные проблемы с водой. Вот, а у меня только мужики собрались завтра ворота новые делать. Вон, видите, Костя рукой ткнул, и дырка. Вот. Если дождик, то будет как? Никак. Как крышу прибивал, вот эти пленка везде разлетелась. С этих, как они называются, мягкой черепицы-то. Вишенки красненькие. Ладно, пойду-ка я заварю себе цикорий. Раз уж встала, чего? Что делать-то? Надо просыпаться, дела делать. Ну вот, прошло буквально 10 минут. И все. И дождик. Теперь интересно только, надолго это или нет. А там вон небо какое хорошее. Может, пройдет туча это и все. Не хотелось бы вот этого затягивания. Не выдержали мои нервы смотреть, как сутки видео выкладывается. И поехали в Симферополь. Вот какие просторы. Лен.
Да. Ну, может быть, еще он рано. Лен, видите, голубенький. То прям голубое поле издалека видно. А это Красная Поляна. У нас своя есть Красная Поляна. Даже скучная степь, и тот цветет маленькими цветочками, но цветет. А вон там он. Вот он, танузел. Проехали мимо вентилятора. Для Усани страдания. Надо же поехать, посмотреть поближе. Маки пробиваются, как в зелени. Такие красненькие. Красные какие. Сколько маков-то. Тут тоже. О! Сколько красного. Но надо посадить. Если эту вишню укоротить, она объема не станет меньше. Что-то рядом можно посадить, и, наверное, будет хватать. Это типа в западном порядке. Вон и Евпатория. Вредничал, вредничал, вредничал. Думаю, ну сейчас уснет. Точно. Угу. О, уже и на этом поле строительство пошло. Разрастается Евпатория потихонечку. Дороги тут не изменились, поэтому... Да, дороги такие дороги почему-то и остались. Что она разрастается, это не заслуга властей. Ну, как бы то, что землю выдали и разрешили разрешение на строительство. А так, конечно, что-нибудь по делу бы сделали. Дорожки вообще просто... Ям какие! Давно я не была в Евпатории. Вот тут тоже яблоко. Магазин открыли. Что-то плохо с дорогами в Евпатории. Дворец спорта. Дворец что-то сделали спорта. Собранным таким более ухоженным, более такой.
домики. Ой, как забыло красиво. Налево же, я не знаю прямо куда. А там вот налево до интернациональной. До интернациональной. Это старый город. Куда они все едут? Я не понимаю. Так уверенно, две машины шумят туда. Экскурсии видишь? Старый город попали. Вы что-то ходили здесь? Да. Ой, это что такое-то? Надо так выезжать. Вот он, видишь? Старый город. Так, ну-ка направо давай-ка. Или... Нет, налево. Он налево. Налево и что, куда? Налево. И туда выйдем. А мне кажется, мы там к морю выйдем, не? Направо к морю? Да. Да, ну да. Разве? Да. Вот в этой? Да. Да, это улица Елизавета Красная. Вот он, сантехник. Маленькая река. Ливневки нет, все по улицам течет. Ребенок весь повис на ремне. Ребята пошли кофе взять. А тут вон и погодка вроде как разгуливается. Может, не будет 5 дней-то лить. Уж больно не хочется. Все дела встали у нас. Хотя есть возможность передохнуть. А то получается целую неделю вот эта пахота. Все, сейчас вспоминала, когда я была в Евпатории-то. Осенью. Мы были в том году с Егоркой, приезжали в Евпаторию, катались на трамвае «Желание» и ходили в Марио пиццу есть. Это когда это было? В сентябре. Или даже в октябре в начале. А так я бываю только на автовокзале. Когда еду, либо в аэропорт, либо с аэропорта. Вот сейчас ехали, да, в сторону Черноморска, Оленевки, машины прям идут. Идут, прям идут. Со всех городов. То есть подмосковные номера. Всякие города едут. Сезон начинается, разгуливается. Сейчас еще экзамены поздают. Сессии в институтах повалит народ.
вроде бы хорошо, да, детская площадочка, но в жару сплошной поток машин, выхлопы и пылища. Не знаю, как-то надо было, может быть, кустов каких-то насажать, густых от дороги хотя бы. Когда они вырастут-то? Ну ладно, сейчас за Евпаторию выйдем, мимо моря поедем. Там розочек насажали. Прям вдоль дорожки. Во многих местах понасажали цветов. Прям заметно. Облагораживают все-таки территории. Уже приятно. Но дороги в Евпатории мерзкие. Яма на яме. Ребенок бедный с открытым ртом. Какие-то лебеди-то. Краны, Саш. Почему? Краны строительные, синие. Вон они все здесь еще. Вон они. Вон они. Поезда ходят здесь, Саш. Ой, как аккуратно, прям тут. Песочек здесь, да, наверное. Ну, такие камушки мелкие. Галька. Хороший пляж, длинный. Нужно отметить, что его там привели в порядок весь. Светленькая. Сюда с палаточкой. Тын-тын-тын-тын. Что, биотуалет с собой? Палаточка, летний душ. Есть же души с генератор. Все, приехали. Все, завелся. Ваться запрещено. Что-что? Почему запрещено? Но не обследовано. Что в Турции едешь, когда с Анталии в Алании вдоль дороги. Столько там срача вообще. Настя появляется вдоль дороги. Вдоль дороги. Тоже вот такая же дорога. Насколько в Турции, да, развита туристическая вся история? Опять же, да. Он был бы такой широкий, прям вот, да? А то он так не широкий там пляж-то. Зато длиннющий.
территории 2500 лет. Сейчас посмотрим, аквапарк работает или нет. Я вчера нагрызлась семечек. Семечек, говорю, вот нагрызлась вчера, и у меня прям горло щекочет. 2 года уже не работает аквапарк. Что-то там соучредители. Что-то не поделили, что-то там, и все. Ух ты! Да, вот, Саш, ух ты! Что это? Ну, может, еще запустить. Что это? Аквапарк. Аквапарк. Он закрыт. Мне кажется, это социально значимо. Коровы. Саня, как ты это видно по понтове и по тове? Коров. Ничего, что дорогу делать? И дорогу делать, столбы вставлять. Ну это междугороднее, поэтому она не саковская. Какой делается? Что тогда? Бассейн. Какие-то дела. Приехали, типа развернулись. Ну тут прям променад, смотри. Сейчас уезжаем мы из Саки. Не сделали к лету, значит, будут они сумасшедшие ведут, пробки. Так, как бордюр, да, здесь будет зелень. Я говорю, что вот так ешь днем, везде, видишь, сервисы все, кафешки, мафешки. Все прям так, ну, прям будут. Уже под новую дорогу. Будущие дороги, да. Будущие дороги прям огонь. Если что, дорога чуть выше уровня. Стоим в пробке. И туда, и обратно. Наконец-то. Так долго стояли, жарко стало. Only to move when the tide